С начала года на территории Мурманской области произошло 735 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 53 человека погибли, 926 получили травмы. В региональном управлении МВД России подвели итоги расследования уголовных дел, связанных с ДТП. В 2016 году в производстве следователей находилось 110 таких уголовных дел. 72 из них было направлено в суд. 26 человек осуждены. Один приговорен к 4 годам лишения свободы, один к 1,5 годам, 9 получили условные наказания с испытательным сроком. Помимо столкновений, зарегистрировано немало случаев наездов на пешеходов. В некоторых водители находились в состоянии алкогольного опьянения. Так, летом прошлого года мурманчанка, отмечая получение прав, решила прокатиться. В итоге сбила 3 мужчин и протаранила микроавтобус. Один из пешеходов впоследствии погиб. И хотя в 80% случаев виновниками криминальных аварий становятся мужчины, с каждым годом количество женщин, совершающих ДТП, растет. Нередко водители, совершившие преступление, уезжают с места происшествия и принимают все возможные меры, чтобы их не нашли. В октябре прошлого года на районе жилого района поселка Рослякова, в ходе которого водитель, управляя автомобилем BMW, совершил наезд на женщину, которая переходила по пешеходному переходу. И потом сразу же скрылся с места ДТП. При этом он в тот же день принял меры, активные меры к поиску поврежденных деталей в своем автомобиле. Через интернет заказал запчасти. В течение 3 суток ему пообещали все это. Ну, то есть была доставка в течение 3 суток. Если бы сотрудники полиции не задержали бы в течение 3 суток, то, скорее всего, автомобиль был бы полностью отремонтирован.